В зоне контроля пешеход сотрудники Самарской госавтоинспекции провели рейд в очагах массового скопления транспорта. Экипажи ДПС следили именно за пешими участниками движения. К счастью для нарушителей, их ждала только профилактическая беседа. В случае повторного несоблюдения правил придется заплатить штраф. Чем еще рискуют расплатиться противники «Зебры»? Сергей Павлов. Час пик, 22-й партсъезда и Заводское шоссе – один из самых оживленных перекрестков Самары. Бесконечный поток транспорта и пешеходов регулируют светофоры и зоны для перехода проезжей части. Но не у всех пешеходов хватает терпения. Особо спешащим и игнорирующим зебру сотрудники ГАИ предлагают отдышаться в агитационном автобусе. Почему так переходили все-таки? Ну, я первый раз вас тут вижу, первый раз. Здесь нет никогда, да? Да. Ну, извиняюсь. 500 рублей в качестве извинения выкладываете. Зачем? Потому что штраф. Сейчас штраф, может... Сейчас штраф, да? Сейчас, да. Платить придется после составления протокола, и то, если это повторное нарушение. Тех, кто попался за переход в неположенном месте впервые, ждет профилактическая беседа и просмотр поучительного ролика. Практически такая ситуация, как была у вас сейчас. Вы приходите там, где не положено. И вот что бывает. Значные места вот есть, рядом буквально пешеходный переход. Пользуйтесь пешеходным переходом. Это вам памятка. Напомните себе право дорожного движения. С начала года в Самаре произошло 115 ДТП с участием пешеходов. В большинстве из них наезды произошли в неотведенных для перехода местах. Более 100 человек пострадали, 7 погибли. Причем 2 трагичных истории случились именно на этом перекрестке. 10-15 метров, которые пешеходу, скажем так, сложно пройти, могут сыграть для него роковую роль. Подобные профилактические мероприятия проведут и на других оживленных участках города. Сергей Павлов, Андрей Авдеев, Новости губернии.